Сейчас же трудно кому-то представить, чтобы педагоги курили на лекциях у нас. А ваши времена курили на лекциях? Здрасте. Я поступил в институт в 1974 году. Что такое актерский факультет? На столах пепельница для педагога и баночки для студентов. Значит, то есть курит не только педагог, но и студенты. Ты садишься в обыкновенное купе и едешь в Питер, в купейном вагоне. И рядом человек может спросить: вы не возражаете, если я закурю? Даже если ты возражаешь, он все равно закурит Беломорканал. И зимой открывается вот эта форточка в купе. Курили все, дымили так. Ну, в самолетах же курили. В самолетах курили. И потом, когда появились некурящие места, ты садился на места курящие, и все, кто сидели вне курящих, они потом приходили, и самолет начинал лететь вот так, потому что все стояли сзади, и все курили у тебя над головой.